Духовное воспитание молодежи – требование современности. В системе образования необходимо координировать национальное и духовное воспитание. При этом в областных образовательных учреждениях и вузах открываются клубы, посвященные ценностям, проводятся различные мероприятия. Областной совет матерей занимается укреплением духовной ценности среди молодежи. В настоящее время организация открыла женский клуб в школах Кукшетау. Духовные ценности исходят от человека, от формирования собственных добродетелей. Через эту духовную ценность мы прославляем нашу нацию. Мы можем показать язык, религию, воспитание нашей нации. Мы можем показать другим странам нашу духовную ценность как человека. Духовные ценности – это качества, которые играют важнейшую роль в жизни человека. В целях развития у молодежи общечеловеческих ценностей и формирования духовных ценностей в школах будут организованы мероприятия в этом направлении. Так, в школе номер 18 в этом году реализуется единая воспитательная программа. Каждый день недели был посвящен событию. Понедельник был днем поэзии. В этот же день мы рассказывали стихи и знакомились с жизнью одного поэта-писателя. Во вторник мы сделали зарядку. В среду, в День добра, ученики написали друг другу добрые пожелания и подарили открытки. В четверг, ко Дню патриотизма, мы говорили про Родину, мы поделились новой информацией о нашей стране. Пятница – День национальной одежды. В этот день мы надеваем национальную одежду. Становление нации начинается прежде всего с популяризации духовных ценностей. История, которая из века в век является нашей сокровищницей, богатством, формирует эту национальную духовную ценность. Зарина Беккалиева, Самал Искакова, Алишер Шакубаев, Кукши, Ахпарат.